Здравствуйте, с вами интернет-магазин Президент Watches. Сегодня мы расскажем вам о часах Orient модель TD0T003D. Корпус часов сделан из высококачественной нержавеющей стали. Ремешок из натуральной кожи, темно-синего цвета, прошитый. Застежка классическая, стальная пряжка. Задняя крышка также из стали, на ней размещена информация о модели. Циферблат защищает прочное минеральное стекло. Способ отображения времени аналоговый. На стрелке ириски нанесено светонакопительное покрытие. Есть окошко с датой. Также, кроме большого циферблата, есть три малых. Они показывают нам то, что слева малый работу секундной стрелки текущего времени, так как большая секундная стрелка у нас показывает работу хронографа, рассчитанного на 60 минут. Его малый циферблат находится в верхней части. В нижней части расположен будильник. Механизм часов кварцевый. Точность хода плюс-минус 20 секунд в месяц. Питание от литиевой батареи SR927. Класс водозащиты 5 атмосфер. Часы не боятся дождя или душа. Диаметр корпуса 43 мм. Толщина 10 мм. Для установки времени и прочих настроек используется коронка, расположенная по центру справа. Для установки даты мы отводим ее на один щелчок в сторону и поворачиваем по часовой стрелке. Для установки времени отводим коронку еще на щелчок в сторону и можно поворачивать, устанавливаем время. В этом же положении коронки мы можем настроить хронограф, положение стрелок, если они у нас сбиты по какой-то причине, и будильник. Мы выбираем нужную нам стрелку удержанием верхней кнопки. Движение определенной стрелки показывает нам, какой стрелкой мы можем в данный момент управлять. Тут мы можем секундный отрегулировать. И будильник также устанавливается. Мы видим, что получили доступ к управлению стрелками будильника. Устанавливается любая из этих стрелок, нижний, настраивается нижней правой кнопкой. Все, установили будильник, выходим из настройки, прижав коронку плотно к корпусу. Хронограф используется следующим образом. Верхняя кнопка запускает его. Видим, пошла секундная стрелка. Вы можете делать промежуточные отсечки, фиксировать результаты, нажав на нижнюю кнопку при работе хронографа. Время зафиксировалось. Общее время при этом продолжает идти. Если мы еще раз нажмем, то увидим общее время. Таким образом. Остановка верхней кнопкой и сброс до нулевых значений нижней кнопкой. Все. В комплект с часами идет инструкция на нескольких языках, включая русский. И гарантийный талон с фирменной голограммой, уникальным серийным номером, условиями гарантийного обслуживания и перечнем сервисных центров. Упакованные часы в фирменную коробку. На этом все. Спасибо за внимание.